В Москве состоялся финал конкурса «Федерация 2017». В номинации «Истории города Энска» диплом номинанта был вручен фильму нашей телекомпании о фотографии Ерофея Ереська, авторы Дарья Ермолаева и Елена Эверстова. Участники престижного конкурса представили картины об уникальных особенностях и колорите страны. Сотни работ, десятков телекомпаний из 50 регионов страны. Национальная вещательная компания «Саха» выставила на конкурс 3 документальных фильма о музыкальном инструменте «Табык», о хормейстере Февронии Баишевой и о фотографии из Копце Ерофея Ереська, жившем в городе Алекминске в конце 19-го, начале 20 веков. Конкурс проводится третий раз, и его задача абсолютно та же. Табык. Этот священный инструмент у народа Саха существовал еще в глубокой древности. Он служил в ритуально-обрядовых действиях, а также в быту. Звуками табыка наши предки общались с духами природы, открывали эсэх рода, встречали особых гостей, исцелялись, защищались от скверны. Номинация «Язык предков» побеждает. Канал НТК Саха, город Якутск. Большое. Я должна сказать, что я получаю этот приз со своих коллег из национальной компании «Саха» из города Якутска. Они, к сожалению, не смогли прибыть сегодня на эту церемонию по объективным причинам. Я благодарю этот конкурс за такую замечательную организацию. Очень приятно получить от своих коллег этот приз.